Знаете, есть такое, реклама такая, почувствуйте разницу. Вот я здесь почувствовал. Конечно, несравненная ни с чем энергетика мощнейшая. Это праздник единения, это праздник, символизирующий, конечно же, свет, красоту, духовное возрождение, обновление природы, людей. Вот все это вместе взятое, и когда начинают шаманы говорить свои слова, то хочется быть сопричастным тому, что происходит, хочется быть вместе со всеми людьми, и хочется понимать, что все, что происходит, это не случайно. И этот вот заряд желания жизни, желания жить, радоваться ей, как-то не парадоксально, суровый край, казалось бы, где угодно. В Якутии предполагал, наверное, все-таки будет как-то посуровее. Но такого тепла, радушия, вот такого энергетического подъема я давно уже не ощущал.